До этого как бы я всегда был такой, ну, полный. Ну, изначально, что живот увеличился, изначально думал, что вообще, ну, может, ну, жировик там, мало ли чего. Да он начал как больше становиться, больше, больше. Сам начал резко худеть. То есть лицо, руки там, все, похудел. Ну, и когда уже, что там, отеки пошли, отдышка сильная, что обратился в поликлинику, по онкологии, там сказали, что опухоль, шок небольшой. Я просто как бы, ну, я особо-то не болел никогда. Как бы тут сразу такое, что, ну, больше как-то, ну, может, немного растерялся так. Опухоль это представляет собой злокачественное новообразование, состоящая из жировой ткани. Эта опухоль, наверное, самая крупная, самая массивная, которую в своей клинической практике встречал. Максимальный размер ее 55 сантиметров. То есть это практически вся брюшная полость. Отдавлены к позвоночнику были все органы и вся кишка. Это генетические нарушения, которые приводят и к патологическому разрастанию жировой ткани в брюшной полости. Никакого другого лечения сегодня имеющегося в наличии у онкологов, кроме хирургического, этому пациенту не подходило. Поэтому было принято решение оперировать, и было непросто. Вот один из проблемных моментов вмешательства хирургического было то, что огромная опухоль весом лежала на крупных сосудах, закрывала практически их магистральные сосуды брюшной полости. И для того, чтобы отделить и опухоль, так мобилизовать ее от этих сосудов, необходимо было трем здоровым, крепким хирургам в хорошей спортивной форме держать и создавать такое поддерживающую функцию они осуществляли для того, чтобы можно было работать хирургу мне непосредственно с такими местами, очень ключевыми местами в брюшной полости. Ее можно удалять частями, однако нарушение целостности опухоли все равно сказывается на том, что в дальнейшем она быстрее прогрессирует, рецидивирует. Поэтому наибольший, наилучший вариант вообще в онкологической, в онкохирургии – это одним массивом удалять опухоль. Проходит этап реабилитации, выздоровления пациентов. Он будет в когорте пациентов, которых мы будем наблюдать через определенные этапы времени. У меня вес сейчас не знаю, но я предполагаю, в килограмм 70-80, наверное, вешу. Потому что перед операцией был где-то 124, по-моему, 48 убрали. Ну, таким я был в школе. В общем-то, нормально перенесся. Но сейчас, ну, среднее, ну, сейчас на улучшение пошел, быстрее выписаться. Восстановиться. Даже не восстановиться. Пока что одна мечта такая –